Дев'ятий канал уважно слідкує за долею 8-річного Владика Кирилюка. Раніше ми розповідали його історію, хлопцю пересадили нирку матері. Але новий орган дитячий організм не прийняв. Тож зараз, щоб врятувати хлопцю життя і зробити його повноцінним, свою нирку хоче віддати батько Владика. Роман Кирилюк сьогодні в нашій студії. Добрый вечер. Здравствуйте. А мы рассказывали, действительно, уже рассказывали вашу историю. Возможно, кто-то не видел. Давайте коротко напомним вашу ситуацию. Ну как, приблизительно 2,5 года назад у ребенка, значит, попали в реанимацию в 6-ю больницу на Петровского. То есть врачи сразу же отправили буквально через сутки в больницу Ахмадет. Там поставили диагноз дисплазия обеих почек 5-й степени. После этого, буквально спустя год, мы пробыли на перитонеальном диализе, это как бы, общими словами говоря, искусственная почка. Мы пробыли на диализе, сдали анализы на подхождение, то есть мама была донором. Но, то есть на следующий день сделали операцию, на следующий день почку уже у ребенка изъяли с организма. Не прижилась. Не прижилась почка, да, было... То ли у ребенка был сильный иммунитет, как бы, ну, по словам врача, врачей. Ну и казалось так, что, ну, надо было как-то спасать. Да, врачи говорили, что будем как бы искать донорскую трупную почку. Ну, 1,5 года искали, как бы ждали, ну, нет вариантов больше. Мы сдали анализы, и я подхожу тоже как донор. Ну, сдавали мы анализы уже в городе Минске. Это Белоруссия. Первую операцию делали в Украине? В Запорожье, да. В Запорожье. Вы сегодня хотите делать уже, да, в Минске? Да, мы хотим делать в Минске, но просто как бы там у людей большой опыт. Во-первых, они там делают около 5-6 операций в сутки, у нас делается одна операция в 3 месяца. Но это все, опять же, с нашими законами. Каковы шансы на успешную вот операцию вам в Белоруссии дают? Ну, вы знаете, ну, намного больше, чем дают у нас. Как бы мы очень много общались с людьми, которые уже там делали. Вот буквально 2-3 месяца назад делали операцию там. Очень, ну, именно квалифицированные врачи там. Ну, я так понимаю, что это очень дорого стоит и, наверное, дороже, чем в Украине. И вы сегодня нуждаетесь в деньгах. Операция стоит от 48 до 50 тысяч долларов. Да, и как бы на данный момент у нас есть 42,5 тысячи долларов. То есть нам не хватает 5,5 тысяч. Это деньги, собранные вот коллективно, да? Да. Вы обращались, и да, это мы через обращались банковский через счет банковский, да, нам очень много людей помогли. Ну, это уже очень хорошо, и, ну, все-таки не хватает, еще, да, осталось немного. Да. Немножко. Вы, наверное, сегодня хотите обратиться. Да, хотел бы обратиться. Времени, я так понимаю, ну, чем быстрее, да, это делать, тем... Ну, мы должны уже связываться с врачами в конце этого месяца и уже назначать как бы операцию, как, по словам врачей, потому что они очень заняты, и операция планируется за месяц, за два. Ну, еще какая-то подготовка, наверное, самого Владика. Ну, да, он будет проходить полностью анализы, как бы сдавать, что у него в порядке, то есть, ну, все в этом плане. Ну... То есть вот время поджимает, и нужно. Я думаю, что мы еще раз об этом напомним. Как сегодня себя чувствует ваш сын? Вы знаете, чувствует он себя, ну да, ножки страдают очень сильно, но так резвенький и довольно-таки, наверное, больше, чем кто-либо ждет. Ждет операции, он говорит, что в тот раз я не сильно был готов, но в этот раз я готов, говорит, я жду уже скорее бы. То есть сделали мне операцию, чтобы убрать эту трубочку животика, чтобы я мог нормально себя полноценно чувствовать. То есть, а вот объясните, пожалуйста, говорили, что вот в сюжете, который мы делали о вас, да, что его почки не удаляют, да, ему подсаживали третью почку. Вот да, как сейчас это будет происходить? Ему будут одну? Так же самое то будет. Четвертую уже, да? Нет. Ту удаляют? Ту удалили, первую, которую мама ее дала. Ее удалили на следующий день, да. А эти почки, как бы, они выполняют функцию, то есть, ну, свои функции некоторые, но очень-очень слабо, они выполняют, ну, как бы так. А третья уже почка будет, то есть, моя, будет выполнять главную функцию, то есть, того же самого роста, обмен веществ хороший, ну, и все в таком плане. Вы сегодня продолжаете на диализе, да? Да, мы находимся на перитональном диализе, диализ делаем 5 раз в сутки. 5 раз в сутки? 5 раз в сутки, да, через каждые 4 часа, ночью мы не делаем, но это мама занимается этим.
То есть вы дома проводите вот эту, ну, да. Это капельница, да, да такая да, да, вот да. В виде капельницы. Это, наверное, тоже очень больших денег стоит. Ну, это нам выдают государство. Это помогает. Да, это помогает. А вы не пробовали обращаться в какие-то структуры государственные за материальной помощью? Честно вам сказать, первоначально мы пробовали, но ну, мы поняли, что ну, нет даже, даже никаких шансов. Да, они могут отзывов. Сказать, ну как бы, как с людьми даже вот общались, да, они скажут, да, мы можем делать операцию у нас. Угу. Почему? Мы не отказываемся, мы можем делать угу. операцию у нас, все, ждите. Угу. Ну как бы так. Ну что, давайте будем еще раз обращаться и будем на сегодня прощаться. Есть у вас возможность, несколько секунд, можете обратиться. Я хотел бы поблагодарить всех людей, которые нам помогали, которые помогают. Большое вам всем спасибо. Да, действительно, такую сумму мы сами ну, просто не насобирали бы, не смогли бы. У нас не хватило бы ни сил, ни средств. Ну, большое всем спасибо. И... Обращаемся за помощью. Желаем вам здоровья и чтобы все получилось. Спасибо большое. Мы дуже сподіваємося, що вам стане сили бажання допомогти восьмирічному бійцю Владику. Він чекає на доленосну операцію, присадку батькової нирки. Загальний збір коштів триває. Зовсім трохи залишилося до потрібної суми. Але й час минає, тож не зволікайте. Ще раз нагадаю, банківські реквізити та контакти батьків Владика є на нашому сайті.